Добрый день. Сегодня я буду готовить снитка. Это такая маленькая рыбка, которая водится в озере Ильмень Новгородской области и также в Ладожском озере. Рыбка маленькая, тоненькая, косточек в ней почти нету. Многие местные ее кушают прям сырую, слегка присыпав солью. Но я считаю, что все-таки нужна какая-нибудь хоть минимальная термообработка, потому что все-таки рыбка плавает в воде, кушает рачков, выковыривает червячков со дна. Бог его знает. Конечно, люди едят и сырую, это их право, но я все-таки ее хочу немножечко термообработать. Готовится блюдо очень быстро и очень просто. Я беру соль уже с травами адыгейскую. Чуть-чуть присаливаю. Беру 2 зубчика чеснока. Сюда же их. Хиракс. Стружу. Этого вполне достаточно. Да, какая еще особенность этой рыбы, этого снитка? Она пахнет огурцами. Вы можете не поверить, но запах у нее бесподобный огурцовый. Прям вот именно свежим огурчиком она пахнет. И аромат этот источает на всю комнату. Я вот сам долгое время не верил, покуда не переехал в Новгородскую область, что рыба может пахнуть как самый настоящий огурец. Когда она обжарится, запах она этот сохранит, но правда не такой интенсивный, как у свежей. Поэтому, ух ты, майонез через верх пошел. Жалко ее жарить, ну а что делать, сырую кушать тоже непорядок. Так, майонезный пакет порвался. Придется выбросить. Секунду. Оп. Дальше. Все это дело я перемешиваю. Рыбку в майонезе с солью, с травами. Туда готовится очень быстро. 10 минут. Накрываю крышкой. И ставлю в микроволновку. Раз. Включаю на 850 ватт. Еще раз. Оп. На 10 минут. Старт. Все, 10 минут для такой маленькой рыбки достаточно, чтобы она полностью пропиталась майонезом, прогрелась, чтобы все микробы в нее вбились, и в то же время, чтобы она не потеряла свой огурцовый запах. Ждем 10 минут. Ну вот, прошли 10 минут. Вынимаем снитка из микроволновки. О, какой запах! По интенсивности запаха мне так кажется, сниток пахнет огурцами даже сильнее, чем настоящие огурцы. Рыбка наша готова. 10 минут для нее вполне достаточно, если учесть, что наши рыбаки на озере едят ее прям живую. Так сказать, с крючка рыба хвостиком бултыхает еще. Они ее под водочку закусывают. Рыбка наша протушилась, она не слиплась. Каждая рыбешечка сама по себе. Ну, на низу немножечко. Нет, не пригорела даже. И вот так она готова. Но огурцами пахнет, правда, нереально.
даже несмотря на то, что я ее тушил 10 минут, все равно огурцовый запах остался, не выветрился. Ну и в завершение блюда наше мы немножко украсим. Так, эту сторонку. Укропчиком. Для эстетичности. Петрушечкой. И немножко лучком. Кушать эту рыбку можно прям так, можно с картошечкой, с помидорчиками, можно просто с хлебушком. Она вкусная во всех сочетаниях. Ну, собственно, на этом и все. Прошло всего 10 минут, и приятного аппетита!